Добрый день. Борцовский зал на двери показали. Открыто там. По 60 метров 4 татами ложится. Когда один ставили, проводили. Там находится. Никакого другого варианта не может рассматриваться, кроме одного – возвращения данной территории в государственную собственность. Мы инициируем уже такое обращение, пошло в кабинет министров для того, чтобы данный комплекс был передан на баланс города Киева. После этого мы сможем уже выходить нашими коммунальными предприятиями для того, чтобы была реконструкция данного комплекса. И, ну так, на скидку могу сказать, где-то примерно около года, может быть, немного больше, нам необходимо будет для того, чтобы его привести в нормальное состояние. Объем очень, очень большой, но работ, но одно могу сказать, ключевая задача, еще раз, для меня, как для спортивного мэра, будем так называть, чтобы данный спортивный комплекс остался в собственности громады, киевлян, чтобы здесь дети занимались, молодые люди занимались спортом, и здесь не было никакой другого вида деятельности. Все вопросы мы решаем мирным путем. Тех, кто мирным путем не будет решать, у нас есть силовые структуры, полиция. Если какие-то тут придут рэкетеры отжимать, уверен, что они будут отвечать по закону. В противном случае кто-то хочет помериться тут физической силой, с огромным удовольствием предоставлю в квадрате ринга время. И тут есть ребята, которые могут одеть перчатки, предложить помериться силами, если кто-то там желает.